Темою сьогоднішнього спілкування із гостем нашої студії буде скаутинг у Дніпрі. Хто взагалі такі ці скаути, чим вони займаються, наскільки популярний цей рух в країні? Спростовувати чи підтверджувати міфи про лісних братів та сестер, які рятують світ, буде голова Асоціації дніпровських скаутів «СКІФ» Юрій Галицький. Добрий вечір нашому гостю. І так, давайте з самого початку. СКІФ – это название вашей организации. Кто такие скауты? И когда и где они появились? Очень много лет тому назад, больше чем 100 лет назад, в Англии военный человек, вернувшись с войны, понял, что тогда были очень похожие времена, когда общество не готово было к тем вызовам, и он понял, что есть методики, есть простые методики, которые популярны среди детей и молодежи, которые включают их тех, которыми они не привыкли быть. Он назвал эту систему скаутинг, провел экспериментальный лагерь, и с тех пор, уже больше чем 100 лет тому назад, эта идея ширится по всему свету. Угу. Поскольку вы сказали, человек военный был, да, значит, там что-то было как-то связано с особыми условиями, военными, полевыми, ну, не совсем, скажем так, комфортно. Ни в коем случае скаутинг не является военизированной организацией, но некоторые элементы использованы были из того опыта, который имел Баден-Паул. Основателя скаутского движения звали Баден-Паул, он целую книгу об этом писал, и правитель страны на тот момент времени пригласил его в педагогическую практику, и он сказал, что отставляй военное дело, и ты можешь быть полезным больше обществу. В Украине, России скаутинг пришел в начале 20 века. Слово «пионерия» нам всем известно, было принято из этой методики, и оно было немножко изменено. То есть пионеры, они образовались... Да, Надежда скаута. Константиновна Крупская была. Долгая история, об этом можно долго рассказывать. Это целый отдельный эфир. Но пионеры взяли методику из скаутской системы, но немножко нарушив те принципы, которые существуют в скаутинге. Это не политизированная организация, это не военизированная, не массовая. Она для тех людей, которые готовы быть, которые готовы себя образовывать через социальные действия, через помощь другим, через, ну, в первую очередь, через это себя развивать. Хорошо, смотрите, пионеров уже не стало, да, скауты живут. Что за идея там положена в основу объединения? Вернусь тоже к истории. Все помнят такой девиз «Будь готов». Изначально данный девиз имел значение «Будь подготовлен». Скаут готовит ко всему. К сложной ситуации, не дай бог, к войне, к тушению пожара, к развитию себя в обществе, ну, к поиску работы, к сложной ситуации в семье. То есть своего рода... Как глобально, да? Ну, да, то есть есть такой стереотип, и хотелось бы на это обратить внимание. Сегодня скаутинг довольно-таки популярен, но многие не вникают в те стереотипы, которые сложились в обществе. Это не только лес, палатки и походы. Это в первую очередь работа над собой, соблюдение трех принципов. Они выглядят как в скаутском... Приветствие три пальца – это долг перед Богом, долг перед самим собой, долг перед другими людьми. Очень много символики в скаутинге, и я сегодня с вами здесь в форме. Каждый символ, каждый элемент имеет историю, традиции, и именно это нравится детям. Что-то, что мы в обыкновенной жизни в городе привыкли, ну, отставлять в сторону. У нас сейчас другие немножко приоритеты. Детям этого всего не хватает, и хотим обратить внимание на то, что есть такая классная игра, которая уже больше, чем 100 лет, называющаяся скаутинг. Форма очень симпатичная. А вот галстук или косынка, да, как это правильно? Платок, да. Это с национальной символикой, это уже адаптировано к Украине, да? Да, на самом деле платок был взят основателем скаутского движения с формы военных, и это больше чем 500 способов выживания. Это элемент просто как вот как ножик, как веревочка. Да. Там, да, используется. Да, и в данном случае этот галстук я взял с национального джембери скаутов, который проходил в этом году в Артеке в рамках национальной организации. И очень часто мы одеваем после какого-то серьезного мероприятия галстуки с какими-то дополнительными символиками. Обычно он просто желто-голубой. И вот какие-то нашивки одевают после последних мероприятий. Но мы уже взрослые, мы выполняем немножко другую миссию. Но вы руководители, я так понимаю, ваши участники моложе? Да, те, которых малыши, вот они все рукава, все в нашивках. И вот они, по нему видно, он приходит в форме, он сразу весь рукав в нашивках, значит, он очень активный. Это тоже ребят стимулирует, это тоже для них простая возможность выразиться не по тем культам, которые есть в обществе. То есть ты можешь не словом, а делом сделать себя первым, завязать быстро узел, сделать доброе дело, быть активным. Это такая практика. Какой возраст участников?
ну, это детская, классический, да? От 6, но на самом деле до бесконечности. Скаутинг объединяет больше, чем 40 миллионов людей во всем мире. Прям до бесконечности, что у вас там пенсионеры есть? Есть ребята, есть люди, которые... Ну, это скаутинг, это образ жизни. И если мы говорим о самом скаутском движении, это не просто только развитие, вот те же какие-то походы или международные обменные проекты или какие-то вот занятия еженедельные. Для взрослого человека, ну, наверное, это возможность... Ну, я вырос в этом движении. Много таких, как я, в городе, в Украине, они пытаются это движение развивать. В этом наша миссия, в этом наш скаутинг. Мы помогаем группам новым создаваться. Мы иногда бываем примером банально тем, что мы делаем. Даже я уверен, что нас ждут очень интересные времена. Ну, а вот давайте конкретнее. Ну, я поняла, что походы, я поняла, что какие-то движения. Вот существует ли эта организация, вот есть какой-то офис, да, туда ходят дети, они что-то там делают, чему-то учатся потом летом или и зимой тоже. Вы куда-то ходите, или как это происходит, расскажите. Ну, если мы представим, что мы с вами дети, и нам с вами 11-12 лет, ребенок раз в неделю приходит на занятия в скаутский центр. Так, и есть у вас центр, и туда ходят желающие. Мы имеем помещение в центре города, работаем где-то в районе 10 групп, есть еще организации, они тоже по той же самой схеме работают. Ребенок движется по программе. Основные направления – это жизнь в городе, жизнь на природе и какая-то вот международная коммуникация. Все это существует по определенным правилам. Они могут просто ходить, они могут быть лучшими. Это все на их выбор. Самое главное, что происходит в этом процессе, они учатся работать в малой группе. Такая своего рода как бы школа менеджера, где ребенок не 40, ну, идет не 40 мест в классе, идет детей количество, а 5-10 человек. Они получают сразу психологическую практику, но они социализируются, простыми словами. Иногда родители задают вопрос, что вы делаете с детьми? На самом деле мы готовим к будущей жизни. Они учатся принимать решения, они оказываются в простых ситуациях в маленьком коллективе, который помогает им. Например, приведите пример, пожалуйста. Говорят ребятам, что они должны придумать, что они хотят делать в течение года. Не взрослый дядя им дает план, по которому работают, а они придумывают, давайте мы увлечемся, будем будущими робинзонами. Да? Мы пойдем с вами на какой-то остров и проживем там неделю. Понятно, это не 6-летний возраст, это где-то возраст там, 11, 12, 14 лет. Если малыши, они играют в тех же скаутов или в тех же робинзонов, и они приобретают те навыки. Например, для любого ребенка задать им задание сделать доброе дело. Он скажет иногда, он может не понять этого вопроса, но для скаута, который пришел сознательно в скаутский клуб, для него это испытание. Сегодня мы, маленькие дети, нам 10 лет, мы учимся бороться со своей ленью. Когда мы вырастаем, мы получаем этот опыт гораздо проще потом в жизни жить. Ну, доброе дело – это разное понятие. К вам приходят разные дети, да, для кого-то доброе дело – это пойти купить себе конфет, а для кого-то доброе дело, не знаю, как пионеры делали, там, ветеранам помогали, да, или там через дорогу пожилого человека помочь перейти. Те добрые дела, о которых мы говорим в пионере, это та вот страница, которую можно вспоминать, это то, что было, это именно такие дела. Действительно, это... Тимуровцы. Это такие. Помощь престарелым людям. Угу. Это интернаты, где дети. Ну, сейчас, уже спустя 100 лет, много появилось подобных организаций, которые, в принципе, работают в этой философии, в этих принципах. Но отлично от скаутинга, скаутинг отличен от этих организаций тем, что есть символика, и это всемирная организация. То есть вы выделяетесь, вы по виду внешнему. Наша организация в Украине и вообще в странах СССР, конечно... Если поговорить о проблемах, коротко, в том, что мы потеряли очень много лет, то есть во всем мире скаутинг без остановки работал, и он в ногу идет с властью, с программами. Вот сейчас скаутская организация вообще в Украине, в Днепропетровске, в Днепре в частности, она является просто общественной организацией. Угу. Мы хотим, чтобы не то, что обратили на себя внимание, мы хотим провести ряд там действий, интегрироваться в государственные... Вы же не политизированная организация. Не обязательно. Одно не включает, ну, как бы, не обязательно. Если мы сотрудничаем с коммунальными закладами, да, мы сотрудничаем с клубами по месту жительства. Иногда к нам обращаются принять участие в мероприятии. Мы участвовали в нескольких категорошках мероприятия. Такое есть городское, где скауты показывали своим примером, школьникам, о том, что на самом деле ты можешь просто прийти и помочь какое-то сделать мероприятие. Для простого прохожего, он не скрипит, а кто это, почему здесь, вы что, какая-то там, как вы сказали, там партия, или вы должны это делать. Нет, просто ребята 16-летние захотели присоединиться к этому мероприятию. Но
Что значит социализироваться? Вы говорите, мы хотим социализироваться или там, интегрироваться, более интегрироваться. Да? Что значит интегрироваться вот, в вашем понимании? Чего не хватает вам сегодня? Ну, если говорить, опять же вернуться к истории, были скауты, стали пионеры, потом после этого... Потом опять скауты. Потом вот те вот направления, которые были развиты пионерами, стали в инфраструктуре коммунальных предприятий, и сейчас мы фактически возвращаемся к истокам, к той системе скаутинга, которая создала пионерию, по сути, то есть откуда она пошла. Ну, ничего плохого в пионерии не вижу, честно говоря. Не то, что, ну, тогда было правило, я не могу рассуждать, это мое сугубо личное мнение, это мы говорим, оно было, это такая базовая площадка для политической партии, которая была тогда, вот. Это была, наверное, одна из серьезных моментов. Второй момент, скауты — духовные люди. Мы не занимаемся конкретно религиозным воспитанием, но мы говорим о том, что мы ценим духовную составляющую вообще в действиях. То бишь, один может быть мусульманином, один может быть православным, третий может быть католиком. Говорят, что скаутами не могут быть атеисты, по сути, но мы не обсуждаем этот момент вообще. То есть мы говорим, что добрые дела, хорошо, фактически это обязательно есть религиозные люди должны? Нет, это не религиозные люди, но это люди, которые признают важность духовного воспитания для всестороннего развития личности. Есть такой дословный перевод всемирного документа. Но движение очень интересно для родителей. Оно интересно тем, что оно имеет много символов, очень много всевозможных направлений. И есть международная составляющая. Ребята могут съездить в гости к таким же скаутам, которые работают по таким же программам. А вот лет через 10-20 вы как бы увидели эту организацию? Если мы представим, что догнала Украина, догнала вот, да, ту часть, которую думаем, вы назвали отсталой. Мы думаем, сегодня, что скаутов в Украине должно быть очень много, потому что сейчас очень много вызовов, и молодежь не обязательно там могут быть только скауты. Вообще скауты могут сыграть определенную миссию. Какую? Что молодежь, которая признает вот этих три принципа, гораздо больше. То есть ты просто можешь быть молодым, активным человеком. А что это какие-то три постулата, вот как у пионеров? Долг перед Богом, были? Долг перед самим собой, долг перед другими людьми. Долг, я повторюсь еще перед раз. Перед Богом, перед самим собой и перед другими людьми. Если мы говорим про эти вещи, ну, можно устраивать дискуссию по каждому из них, но для ребенка это игра. Мы говорим о том, что ты должен делать добрые дела, ты должен быть духовным человеком, ты должен в сложной ситуации помочь другому, и ты должен постоянно себя самосовершенствовать. Опять же, слово «должен» неправильно наперед. Ты можешь это делать. И ты, если принимаешь себе эту игру, одеваешь на себя эту форму, ты находишься в этой игре. Кто-то находится 2 дня в этой игре, кто-то находится 2 года, кто-то всю жизнь. Иногда люди уходят из организации, но опять же уходят в организацию, просто по каким-то причинам перестают быть нашими членами, но они понимают, что эта организация и этот метод сделал с ними что-то, чему они благодарны. Иногда ребята уже там в 40, в 30 лет приходят в организацию, возвращаются, говорят, чем мы можем помочь, приводят своих детей. Это часто говорит о том, что миссия все-таки есть. Если говорить про что мы видим через 10 лет, ну, наверное, что у нас будет только в Днепропетровске, ну, пару тысяч человек, в Украине будут миллионы людей, и мы значительно, ну, как это правильно сказать, будем являться частью молодежной политики такими громкими словами. Ну, я вам скажу, вот знаете, мы сегодня все испорчены. Я не верю, что все может взяться ниоткуда и уйти в никуда. У каждой организации есть какая-то цель. Кто вас финансирует? Вы за счет чего живете? Ответ на этот вопрос можно посмотреть в уставе организации, можно посмотреть в принципе. Если говорят, нам ничего не надо, нам ничего не требуется, мы просто так, мы не в политике. Самый главный заинтересованный человек в скаутской организации — это родители. И взносы, но так? На самом деле, ну, взносы как таковые условные, это 10 гривен в месяц. Но это только тогда, мало. Когда ребенок... Это только тогда ходить. Ребенок. Это больше такой дисциплинарный момент. Вообще обычно все, что происходит, происходит в момент мероприятия. Мероприятие стоит тех денег, которые он стоит. Ну, например, мы решили с вами поехать в нашу родную Орловщину на какую-то там понятно, поход. Там есть бюджет, да, там есть родители бюджет, участвуют. Родители, да, участвуют. Да. Мы не обращаемся к спонсорам, мы думаем, что их дети придут к нам, и они сами поймут, как это важно. Логично. Вот. Да. Во всем мире скаутинг — это организация, которая существует благодаря каких-то благотворительных взносов.
и, возможно, при поддержке государства. Вас поддерживает государство? У вас офис, вы сказали, там приходят дети каждую неделю, это же нужно как-то, мы сейчас, на самом деле, рендуем в частном порядке офисе, но в данном случае мы на уровне города и области проводим переговоры, они непростые, но мы движемся вперед. Угу. Есть понимание направления, есть понимание, что можно усилить, я думаю, где-то 2018-2019 год нас ждут интересные... Хотите участие городской власти, да, чтобы была помощь и участие? Участие, наверное, это правильное слово. Вы зачем лично, вы зачем этим занимаетесь? Я понимаю, что вы выросли, вы сказали, да? Дорого, как вот, там, часть детства, потом юности. Если вы спросите любого общественника, зачем он чем-то лично занимается... Я любого спрашиваю, вот, да. Я считаю, смысл есть. Ну, наверное, есть смысл какой-то. Чисто для меня это возможность реализовать себя. Но если мы говорим о бизнесе, у меня есть свой бизнес, я занимаюсь этим. У вас есть другая работа, да? Есть, это такая общественная. Есть возможность... Ну, что мы оставляем после себя? Да? Угу. Ну, вот, по сути, наверное, как бы это ответ на вопрос. Если без максимализма, простыми словами, я люблю это дело, мне это нравится, это непростой процесс общественной жизни в нашей стране и, я думаю, в других странах. Ну, есть многие, которые помогают в этом, это и воспитанники, и родители, повторюсь, и, может быть, завтра, благодаря тому, что я делаю, у нас будет 10 таких человек, и будет гораздо проще. Ну, на самом деле, нас так много. А в каких странах существует организация? Вы лучше спросите, в каких странах скаутов не существует. Больше, чем в 200 странах существует. Оно, я же говорю, за счет того, что организация не прекращала там свою деятельность, даже в Польше не было прекращения, она там немножко была. То есть в странах Европы есть, да, в Америке есть. Очень большой интерес, да. В следующем, в 2019 году в Америке происходит всемирный слет, который соберет больше, чем... 1 000 000 человек. Угу. Есть такая программа. Украина туда приглашена, и мы хотим, чтобы Днепр был тоже участником этой программы. Поэтому, может быть, я занимаюсь для того, чтобы город Днепр был представлен в этом всем. Слава Богу, работа позволяет, но семья тоже. Все в этом плане порядке. Ну что, на сегодня давайте закончим, время наше истекло. Я предлагаю вам еще раз появляться в нашей студии и конкретнее о каких-то мероприятиях, возможно, будет более понятно и, может быть, вам это поможет. Может быть, вам это поможет интегрироваться. Да? Я хочу всех... Может быть, городскую власть повернет как-то к вам. Хочется сказать последнее слово, что активная молодежь, если вы хотите сделать что-то большее, скаутинг позволит однозначно вам раскрыть себя и, как правильно, дает такую безграничную возможность развития контактов. Для вас, как молодых людей, в перспективе это очень интересно. Из опыта скаутинга, ну, очень много президентов, очень много политических лидеров проходили школу скаутинга. У нас в Украине тоже есть такие люди. Кто? Если говорить о почетных руководителях страны, то президент Ющенко был скаутом. Есть наша братская организация пластунов, руководители, но не президенты, они в аппарате президента работали. Но почему? Потому что скаутинг — это школа жизни. Он дает людям возможность понять, как устроена жизнь. От маленькой группы до большой группы. Ну, понятно. На сегодня все. Давайте закончим. Вас найти, я думаю, можно, да, и в социальных сетях. Мы находимся в социальных сетях Facebook. Мы находимся по адресу Сечевых Стрельцев 11. Ну, на самом деле, мы находимся в просторах интернета, потому что есть... Организация СКИФ, да, называется? Мы называемся Ассоциация Днепровских Скаутов СКИФ. Работаем в рамках Национальной Организации Скаутов Украины. Если вы захотите найти просто скаутов, благодаря таким вещам, как интернет, сейчас можно найти, по-моему, все, что раньше нельзя было. Будем рады новым детям, новым волонтерам. Может быть, вопросы у родителей какие-то. Спасибо вам. Мы будем рады вас видеть в нашей студии еще раз. Спасибо.